Премьеру фильма «Баджал многоликий» об уникальной дальневосточной природе покажут в Хабаровске. Лента стала первой из нового документального цикла кинопроекта «Планета Тайга». С подробностями Александра Теплякова. Приморские Альпы. Так опытные путешественники называют хребет Баджал. Он находится на границах Хабаровского, Солнечного, Верхнебуринского районов края. Комсомольские путешественники стали первыми, кто снял фильм об этих местах. Кинолента получила название «Баджал многоликий». Хребет Баджал – это уникальный туристический район нашего края. Там большое количество интересных спортивных вершин, достаточно долго лежит снег, горные озера, красивейшие реки. Вообще дикая, нетронутая природа. Раньше здесь кипела жизнь, добывали руду и вели геологическую работу. Сегодня Баджал почти заброшен. Геолог Анатолий Богданов 10 лет проработал в этих местах. Опытный путешественник стал главным героем фильма. Вместе с ним на кадрах хабаровчанка Ольга Леонова. В туристических делах она новичок. Мы называем их актерами, хотя они играют роль себя. Часто они не представляют, куда они идут. Они просто им говорят, но они не знают, как это на самом деле. И нам это важно. Нам важно, чтобы человек с круглыми, безумными глазами на все это взирал, а мы его в этот момент снимали. Съемочная группа из 5 человек. Водитель, учитель, врач, инженер и фрилансер. На их счету уже более 30 фильмов о разных уголках Хабаровского края. Подготовка к экспедиции занимает не больше 2-3 дней. Этого времени хватает, чтобы собрать группу, построить маршрут, подготовить аппаратуру и составить план съемок. Хотя сами авторы фильма признают, что обычно все идет не по сценарию. Каждая наша экспедиция все идет не по плану. Вершина Тардоки-Яни. Казалось бы, надо зайти на вершину и показать ее. Ребята идут, все хорошо, по прогнозу солнечная погода, они стартуют с утра, солнце прекрасно. Как только подходит к вершине, все заволакивает густым туманом, просто непроницаемой завесой. И висит в течение дня. Фильм «Баджал многоликий» вошел в 4-й сезон кинопроекта «Планета Тайга». 24 ноября в кинотеатре «Совкино» в Хабаровске состоится премьерный показ. Александра Теплякова для программы «Новости».